Так, проведем небольшое резюмирование по разборке двигателя. Здесь у нас головка. На постелях головки видны следы от мелких металлических фракций, попавших в систему смазки двигателя. Задиры. Но, как ни странно, задиры только на передних подшипниках скольжения. Все остальные подшипники скольжения имеют повреждения, но гораздо меньше. На них также наблюдается сильный налет масляной грязи. Может, это в какой-то степени спасло. Далее, поддон. В поддоне мы видим многочисленные отложения мелкодисперсной пыли алюминиевой. Алюминиевой, стальной. Это все следы процесса износа. Грязи немного. Как для мотора, который прошел 350 тысяч, грязи, в принципе, немного. Далее, что смотрим? Вкладыши. Это у нас пятый цилиндр. Вкладыш задран. На поршнях видны задиры. На плоскостях графитового напыления практически нет. Маслосъемное кольцо даже подвижно. Цилиндр номер 4. Задертый поршень с другой стороны тоже. Вкладыша нет как такового. Вкладыш просто стерся в пыль. И шатун работал без вкладыша на коленвалу. Цилиндр номер 3. Та же история. Задранный поршень. Отсутствующий вкладыш. Плоскость трения образовалась не в том месте, где должна быть. Цилиндр номер 2. Задранный вкладыш. Практически нет графитового напыления на поршне. Видно мелкие риски от металла, который попал в систему смазки. Цилиндр номер 1. Вкладыш задран. На поршнях риски. Шатун еще бы поездил. Коленвал, естественно. Коренные шейки коленвала имеют задиры от частичек металла, попавших в систему смазки. Гораздо все интереснее с шатунными шейками. Шейка пятого цилиндра. Видны следы износа, но не критичные. Четвертый цилиндр, перегрев, синяя шейка, сильные задиры, борозды прям. Третий цилиндр точно так же, синий перегретый, нечего говорить. Коренные вкладыши, пятый, шестой вкладыш, пятый вкладыш, четвертый, третий вкладыш. Ужасный просто второй и ужасный первый. Износ чувствуется даже рукой, пальцем в рукавице. Настолько глубокий износ. Сейчас прокрутим двигатель, посмотрим состояние гильз. На гильзах плеши протерты. Это у нас пятый цилиндр.
Видно остатки хона плешивого такого. Ну, здесь все понятно. Цилиндр номер 4. Явно намазывала стружку металлическую на стенке цилиндра, чем стерла хон. Третий цилиндр. Тот цилиндр также, где отсутствовал вкладыш. Тоже весь протерт. Второй цилиндр протерт. Первый цилиндр плешивый. Вот так вот. Вот что, к чему приводит отсутствие нормальной смазки в двигателе в случае перегрева масла и его кипения. Здесь у нас масляный насос. На масляном насосе на роторе имеются задиры по плоскостям, но характер этих задиров говорит о том, что он пострадал уже из-за попадания стружки в масло, вот, а не отсутствие нормального давления ввиду выхода из строя масляного насоса привело к гибели двигателя. Так как износ есть, но он не настолько серьезен, чтобы привести к такому серьезному масляному голоданию.